Ну, потому что наберут по объявлению. Он же какое отношение имеет к армии? По телевизору кино видел про войну. Тут абсолютно очевидно, что отношение к военнопленным принципиально разное. В России оно практически ведет. Предатель. Э, предатель Родины, да. То есть, практически это вот такая, значит, историческая цепочка. Э, начиная с прихода Большой Коа в классе, они, в принципе, собственным военнопленным всегда относились как к расходному материалу или как к предателям. Напрямую. И с этой точки зрения ничего не поменялось, по большому счету. Вот этот сталинский приказ «не шагом назад» в значительной мере реализовывается, попытка его реализовываться идет и в ходе этой войны, когда создаются самые натуральные заградотряды из Росгвардии и из кадыровских, из кадыровских «нукеров» которые добивают, уничтожают э, собственных э, военнослужащих, которые пытаются сбежать с поля боя, либо пытаются сдаться, либо просто раненые. То есть есть очень много свидетельств того, когда они просто добивали своих собственных пленных. Или даже... Об этом тоже есть свидетельство Я с такими людьми общался Они просто зарывали мертвых вместе с живыми То есть так делали, например, российские десантники Которые штурмовали Николаев То есть там они просто я, спуск... я вот видел фотографии из Херсонской области Вот там где-то Да-да, это правда, это правда и... А зачем они их живых закапывали? Зачем они их живых закапывали? Чтобы не таскать а или закапывали... что? Закапывали их и в Херсоне, и под Николаевом Причем я знаю как минимум два случая когда два наших тракториста буквально сошли с ума. Ну, вот, люди тронулись умом. Два украинских тракториста, потому что их заставляли под угрозой оружия зарывать их живьем. Ну, то есть, вот, в буквальном смысле, там, в бинтах, окровавленных, но живых. Ну, вот то есть, за... они ранены, и их надо было куда-то девать. Вот так. Раненых вот. российских военных просто закапывали вместе с мертвыми. То есть, они должны были ковшом вот этим вот просто их закапывать зарывать на свалке на свалке это происходило и то же самое ну то есть я сначала думал что может это единичный рецидив оказалось нет то есть то же самое происходило и в херсоне там где они точно также своих э, еще живых закапывали либо добивали поэтому это да, вот такая ситуация конечно это все выглядит дикость э, ну, отношения настолько разные я тебе скажу в принципе и к раненым и к пленным у нас Каждого пленного, ну, то есть в каждом подразделении или пропавших без вести, да, так называемые 500. Есть двухсотые, погибшие, трехсотые, раненые, и пятисотые это пропавшие без вести. То есть, ну, мы не можем их считать погибшими до тех пор, пока для этого нет э, документальных подтверждений. Поэтому, скажем так, так называемые 500 -е пропавшие без вести, или потом часть из них, мы видим, всплывают на различных видео, там, российских подразделений, спецслужб, либо Вагнера, они дают иногда взятых в плен украинских военнослужащих, заставляют их что-то говорить на камеру. Никто этих людей предателями не считал никогда. Ну, то есть, это война. Ну, понятно. То есть их заставили, он и говорит. Это да. как в израильской армии, где говори все, что знаешь. Да. Вообще, все и говорили. более того, каждый, каждый военнослужащий ставит себя на место своих побратимов. То есть, все прекрасно понимают, что когда ты находишься в плену и тебя угрожают физической смертью, ты можешь говорить все, что угодно, рассказывать. То есть, твоя задача выжить. Понятно, что ты не должен выдать никакой военной тайны. Вот, но давай будем говорить откровенно: пытки, которые применяются в отношении Конечно. военнослужащих, они таковы, что это можно, знаешь, только говорить: как же он так он сдался под пытками, но не дай бог кому-то а, пройти то, что проходили наши военнопленные ну, да. Азовстали и на других направлениях. Поэтому. Все это война. А война с варварами, как их назвал вчера секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, с варварами, предполагаю, что в принципе с варварами договариваться невозможно. Варвару нужно просто уничтожать. Что-то ему будешь объяснять. Вот. Поэтому отношение к пленным, безусловно, в Украине совершенно иное, к своим. А к чужим это исключительное выполнение международных конвенций. Но смотри, на сегодняшний день ни одного случая, ни одного случая верифицированного убийства российских военнопленных не было. Были попытки раздувания, как вот это недавно сказал Маринки, которую мы разбирали. Да, 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 мы с вами подробно разобрали. Да, рассказать о них, что вот здесь имело место военное преступление, но ни один из этих случаев документально верифицирован, подтвержден, не был. Я российских военнопленных не видел. Я видел э, мертвых российских солдат, много видел в различной степени ну, то есть и свежеубитых, и убитых э, от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от того, где они находятся. Вот. Я не общался с российскими военнопленными живьем, то есть то, точно так же я их видел через э, экран телевизора, как и миллионы зрителей по всему миру. Вот. Но я всегда говорю, мы должны исповедовать максимально уважительно и самое главное, базирующееся на нормах международного права, отношение к военнопленным, поскольку это война, хотя российское военное руководство этого не признает. Мы подписывали все международные конвенции, и мы свято Должны соблюдать Женевскую конвенцию отношения к военнопленным. Хотим мы э, захватить Украину, не хотим, мы защищаем свои территории. У нас же есть еще неадекватные соседи на Севере. Они нас называют южанами. Ну тогда они северяне. Я говорю о Республике Беларусь. Некоторые сейчас называют белорусов белокоцапами, но очевидно этот термин имеет право на жизнь не в отношении всех белорусов, но те, кто встроены во властную вертикаль, так 100%. Дело в том, что там появился после похорон... Макея, это, это министр в прошлом иностранных дел Республики Беларусь. У нас было видео по этому поводу. Так вот появился Лукашенко после похорон впервые публично в публичном пространстве, и я смотрю на него, и знаете что? Какой-то он Сильно подавлен, понимаете, человек реально понимает, что коса с ним уже рядом, не та, с которой он путешествовал в командировке, чтобы косить. Нет, нет, нет. Эту барышню зовут по-другому, на букву С. И это не света. Пишите в комментариях ваше мнение, как зовут э, даму с косой, которая пришла в вертикаль белорусского диктатора подписывайтесь на мой youtube канал и кстати александр григорьевич то э, после похорон Макея первым делом что сделал собрал военных и что самое интересное на этом мероприятии начал э, просматриваться человечек который с большой вероятностью э, с удовольствием, снесет Александра Григорьевича, отправит его в колхоз вместе с дамой на букву «С». Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственных границ. Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польша. Одновременно страны стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем. Не там Лукашенко ищет врагов своих, потому что не Света Тихановская придет с косой в его бункер. Эту даму будут звать по-другому, а свернут Лукашенко. Люди, которые сидят вот за этим столом и хм, одеты в военную генеральскую форму, а по поводу что, значит, похоронил Макея и говорит, что вот Украина что-то не то делает, да? После последнего обстрела ракетного, да, ракета упала на территории Польши. Так почему она упала? потому что был ракетный обстрел. Это же как с Макеем. Здесь тоже работает причинно-следственная связь. Полетел в Ереван, выпил с Лавровым чаю, с новичком умер. А, анализы показали, что сердечная недостаточность, хотя официально никто не сказал, от чего умер Макей. И теперь Александр Григорьевич с очень грустным лицом сидит за этим столом с генералами и боится Тихановскую и Украину. Тихановскую бояться — это на ваше личное усмотрение. А мы, украинская армия, мы за вами наблюдаем нон-стоп. Удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нас. Да, вы согласны, что Лука, но ну, реально вот какой-то весь разобранный, что-то не вижу я вот этой вот жизненной искривню не пропустить нападение, Александр Григорьевич. Ты же нам обещал показать, с какой стороны, с, с четырех сторон, с десяти сторон готовилась на вас нападение. Это так. Вот этот вот престарелый диктатор обосновывал, что с территории России нет, пока еще Республики Беларусь зашли российские войска, грабили, убивали. Ну а потом отхватили люлей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.